Таро, чатик, приветик. Чё, как ебать вообще? Размещаю взрыв. Мок, ой, мок. Какая жалость, блядь. Да, вижу. Тряхнул одного, чего, блядь. У меня убойки, блядь, на бар, этот, на беретах. Охуеть! Заебись игра. У него не было хп, у него просто закончилась полоска. Actually, literally, понял? Но он продолжал меня стрелять. Блять, это рофл что ли какой-то? А вот и цели. Не, все, я отлично падаешь. Я сейчас F4 нажму, блять. Как он с этой, блядь, хуйни вообще мне урон наносит, блядь. Ой, какая жалость. В этот раз мы проиграли, но это только закалит нас. Я даю этой игре последний шанс. Консольщики, хуй тут, блядь. Вот, ну, где-то они наравне с дотерами находятся. Там еще один чел. Разные. Кого подо мной? Я, два. Блядь, никого я не видел. Смокнул с щитом. Ебал. Ой. А, это снайпер жесткий, да, ему походу? Ну там пиздец. Ебать, он залупил чел. Вертыч! Вертыч! Нормально, нормально, нормально. Где он, блядь? Он не видно даже. Чё за, блядь, точка? Ты чё, блядь, за точка вообще, нахуй? Блядь, вообще конченый, нахуй, наглухо отбитый, блядь. Он меня чуть не нокнул, блядь, эта хуйня еще, прикинь. А, ты видишь, где вообще? Мячал. Я спрыгнул. Так. Охуенный реплей. Охуенный реплей. Спасибо, папаша, блядь. Какая жалость, блядь. А чё они делают, блядь? Не понял. Нокнул. Еще у меня. Нок. Хорошая работа, блядь. Сожру его. Главный прием. Давайте огонь. Как полутать? За грузовиком. Охуеть. Там второе батя лютое вообще. Код Warzone, блять, ветеран нахуй. What the fuck? Я его почти нокнул. Это пиздопол какой-то. Хорош. Нокнул. Ой-ой-ой. Ебать, я что-то раздрочил, блять. Мячок. Нокнул. Да умри! Умри! Это что за бред, блядь? Алло! Сколько надо попасть-то, блядь, хеллоу? Там ебак раскрошен в гниль, блядь, алло! Ни единой пульки мист не было, блядь, ни единой нахуй! Блядь. Не падать духом, меня расстраиваться, не унывать, двигаться к цели, есть же всегда вперед головой, блядь, идти. Высоко подбородок, блядь, шире плечи, нахуй. Двое тут. Нокнул один, один спрыгнул, хорош. Один спрыгнул, а нокнутый наверху, короче. У меня сзади чел. Крякнутый. Нок. Ранен!
пошел нахуй. Какая бэкка, блядь. Нокнул одно. Вдруг идет резать. Другой выебал. Ой. Ну естественно, ебаный. Граут, Дамаск. Просто АФК тут. АФК. Вон он поменял позицию. Ой. 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 Чё, ой. Может нахуй колдячку? Чё тут вообще не идёт колдячка? Ой. Да похуй, Гуч. Ой. 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 Фул экипе гулагера убить не может. Зато, блядь, посидеть, ебать, веревочку по контролю. Нет, блядь, первым сидел, блядь. Ущерб ебаный. Злость какая-то чувствуется. Прям вот чувствуется, блядь, злость какая-то, неприязнь. Я бы даже сказал, как вот это модное слово. Хейт. Хейт. Как зовут лаунча? Меня зовут Евангелион. Меня с меня до тебя болтал тебя. Мне с меня до тебя, гордый тупор. Как полутат в этой блеской игре! Коробку! Это мой лут! Мегалку! Я доел его, если что. Он просто вышел с подавляющего огня и меня убил. Я вообще не отжимал, блять. Вот вообще не отжимал, похуй. Ни импанчит, ни продамажило, ничего. Он просто вышел, похуй, все равно стрелял. То есть у них настолько аима сит, что ли, на консолях, или что? То есть им настолько, что вообще можно ничего не делать, блядь. Ебать, два чел прям. Бля, ну чел, ну я не знаю, что. Упал их, блядь, вот. Ооо-ой-ой-ой-ой. Блядь, сука, заело меня что-то песня в голове, блядь. Что это за челы, блядь? Нихуя ты сел, нихуя ты присел. Сука. Да я, блядь, посрал, теперь жрать хочу, сука. Мне придется сейчас водичку пить 2-3 часа, чтобы, блядь, оттянуть это вот дело. А ты не знаешь, да, чит? Берешь хлеб, масло. Ну, намазывающееся, которое, блядь, они. Ну да, сливочное, я понял. И сыр сверху. Два бутера, все, ты уехал. Ну, на это пару часиков это точно. Это вкусненькая тема, ес. Нет, это не вкусненькая, это масло, сыр и хлеб. Это ты наелся равно. На вышке чел, макнул. Но главное их не сажать, блядь, за 3 секунды. У меня чел еще. Макнул. Вот здесь. Один чел сканится тот. Разрезались. Упал. Сюда, блядь. Ты маму мав, ты папу мав, ты долбоеба уебав. Ну да, ебать. Я не могу их нокнуть, блядь, ни одного, ни второго. Они просто бессмертные оба. Я в них попал, в каждого, пуль по миллиарду, блядь, вот без шуток. Без шуток, по миллиарду пуль попал, блядь. Что в первого, что во второго, блядь. Я куда-то, блядь, в сайкл зашел, нахуй. Так, 47-й левел. Давай, показывай, как ты стреляешь, охуенно. Понял. Передо мной два чела. А, шо? Сзади, блядь. Кластерка, ебать. Патроны, блядь. Ну там, кстати, нам, да, всем пизда, не вей. Не понял, что за кластерка, слышь? Тоже не понял. Там какой-то чувак, видимо, налутал внизу кластерку, блядь. Просто кластерка. Какие они, сука. Я чел прям. Нокнул почти. Ой, понятно, блядь, нас добил. Ой, какая жалость. А, у меня видел изначально. Внимание! Ваши координаты отслеживает вражеская команда. Ой. Вот поэтому я играю с Каром. С ним ты снайпер, по которому не попасть. Мог. Прямо у тебя где-то что?
Меня ранили! Да, на той стороне. Прыгает, прыгает, прыгает. Ля-ля-ля-ля-ля. Но нахуй, блядь. Наигрался один. Как же я их хочу, но как же я одновременно и не хочу их. Почему не добавили канаты на эту ебаную вышку, блядь? С ним чел едет внизу. Дал ему. Ой, сука, блядь! Они все такие, бля, у. Ого, за ликвидом, хули. О, у меня на красном чел бегает, нихуя себе, нокнуло. Внутрь убегает, да, с хитом. Да, да. Просто бегает. Просто бегает, пизды, блядь. Даже. Просто раненых, блядь, туда, раненых сюда, блядь. Блять, что за... Нокнул. Понял. Хорош. Я активирую вебку тоже. Вип, видишь, чел подо мной сидит, типа. Поймал. Своих убил. Мне 26 патронов, чел, как? Блять, тут какой-то профессионал у меня ластовый. Нокнул убил его. А, это все. Мне написали через сайт игры насчет этого бана. Сказали, что это definitely mistake, блядь. Типа, ой, надо шоу невозможно. Там. Стос, блядь. Так я не понимаю, что ты, блядь, переживаешь? Вопросы какие-то вообще у кого-то. Чел, я переживаю! У меня 40к в аккаунт влито, блядь. Охуеть! В смысле? Что значит? Блядь. Вот ты хочешь сказать, что в мире ничего не происходило так, что, блядь, невиновного хуячили за просто так. Ну, то есть, даже касательно игр. Ни разу. То есть, ни разу, да, такого не было? Долбоёбы так делают. ГГ похоже на долбоёбы? Не знаю, вот узнаем через недельку, как минимум. Я и говорю, вроде не похоже, поэтому не должно, правильно, да, такое быть. Чел, ты можешь заебись попасть? Заебись, ракета. Спасибо, папаша. Это если еще, это если еще базука с автонаводкой, блять. А просто мимо пролетела, блять. Ой, обидно. Пора сражаться. Скоро твоя очередь. Готовься. Вообще, похую вообще. 5 камней попал. Поебать вообще. Ну да, он просто это точно пиздец. Да не забей, они просто пасут, типа, и все. Ебать, слабенький, блядь. Охуеть, боже, блядь. Все. Ой-ой-ой. Там такие же, блядь, походу. Да, там такие же, блядь. Сука. Кончай его, нахуй. Что делаем? Я похуй макнул. Точку даю. Бежим. Это другой. Подо мной, да. Просто какой-то лук сидит. На вас вся надежда. Вообще, в тарелку на. А у меня парашют не открывается. Я даже от стенки отпрыгнул. Но у меня просто не открывается парашют, блять. Минус 10. Где они там? Блять, как бы классно быть рекрентом, нахуй. Но я, к сожалению, жирент, блять. За красный, хуйня. Yes. Нокнул одно. Так еби их, нахуй, я нокнул одно. Снайпер. Ебал. Ой. Не могу тебе помочь вообще. Я, блядь, все промазал. Нокнул в доме на втором этаже. Нажал веб на всякий. А как попасть, блядь? Блядь. А, ну такой рейнджер уже ППшка не увозит. Встаю. Не встаю. Вставай. Никита, пута. Сучара нулячая, блядь. Блядь. Еле убил хули со своей хуйни с дамаском, блядь. Два чела у меня. Окно одно. Добил.
силхом. Это сзади, да, чел, это сзади. Сзади на крыше, блядь, будет все сколько. Понял. Ебать, там пипега максимальная. А, он тебя тоже убил. Ага, так. Обязательно все долбоебы эти стоят от упора и стреляют с какого-нибудь говна по типу килла, блять. Ну типа. И очень долго еще. Очень долго, блять, думает сейчас такой, блять. Потом собирается и нихуя не промазывает. Вообще, ни единой сука пульки, блять. Всю фурьёку, блять, в аэрочку, блять, вкидывает, блять. Шишо, блять. Я, ну, вообще, блять, не понимаю, нахуй. Взгляни вокруг, блять, оглянись назад, блять. Духи с тобой, блять, связаться хотят. Мир не таков, как им кажется. Я это прерву. Прерву резко сразу. Стопни, бой. Стопни, бой. Стопаю. Стопай. Все, заебу в от него. Я... Все, нахуй. А что, смысл? Я прервусь на час, наверное. А потом можем что-нибудь поиграть. Как я приду. Понял? Ну и пошел ты нахуй, получается. Понял? Ты понял? Не понял. Знаю. Вообще, походу, нет гана, с которым бы я... С которым бы я уверенно себя чувствовал на средней рендже. Блять, вообще нет такого гана. Все пушки говно на среднюю ренджу. Блять, реально просто МП5 сделать. Ну, типа, нет бедра, нормально. Я ищу ган, который в упор вообще вот прям ебет всех. И на среднюю дистанцию можно с которого пострелять. Я думал поначалу, что это М13 или рамка какая-нибудь. Оказывается, ни то, ни другое. А эрки в ближнем бою вообще нихуя не делают абсолютно. Поэтому я, скорее всего, думаю, МП7 или МП5 попробую застапить. Хочу туда. Хотя нет, забудь. Тут махнул одно. Слева. Хорошо. Непонятно где-то здесь. Вот здесь. Есть? Да, дал. У меня? Противник отслеживает. Не, это ебанут. Нахуй мы вообще сюда поехали? Это объебушная да, вообще. Да мы просто двигаемся как долбоебы, я не знаю, типа. Ну, кума, противоположная крыша. Двоих. Это фул долбоебы, я не знаю. А, он убил и меня, и... А, так это читер. Это читер, вон. Выебал, да так, там еще есть. Пиздец, придурки, блядь. А, и салфан был или что? Нет. А, он еще третий. Убил. Красиво. Справа вот у нас чел на метке, видите, на радаре. Ага. Окно. Тачка едет в спину. А ебашь по ней, я ебашь. Там сольник сидит вроде. Выбал. Пробан это не запретная тема, ребят. Я не знаю, за что меня забанили в пое. Очень много кого забанили. Волна банов, хуй пойми какая. Хлопануть? Нет, 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 не могу хлопануть. Я прикрываю, просто не даю пройти. Меня пробили, окей. Окно одно. Хорош. Убил обоих. Понял. Они сейчас побегут же, ебаный свет. Да, бегают. Стоит, ползет, крадется. Выебал. Женя, ты можешь уйти, Женя? Я тебе даю кавер. После уйти, я вот ебу нахуй, я убил его. А, все понятно. Хорош. Уйти, блядь. Саш, а, два чела осталось. Я, блядь, русский нахуй, Боря, блядь. Я, блядь, не ухожу, это враг уходит, блядь. А мистер. Какой бы он тебя стрелял? Афка это. Вот этот. Вот этот? Я иду. Враги там! Бля, ну у меня совсем кусок дерьма в доме сидел. Ну совсем кусок дерьма, блядь. Он чуть-чуть пострелял, перестал стрелять, сел в доме, ждал вот прям вот, пока зона прям ебать не начнет. Я занимаюсь ощущением, что вы мышь поделит. Уебало. А мне? Блядь, ну что это такое? Уебало. Доел. Этого уебал тоже. Один остался. Ну мы этих хотим, да, ебашить? Всех хочу ебашить вообще. Давай, давай, я сейчас меня... Ай, блядь. Ай, блядь. Ай, блядь. Нормально, нормально. Ничего страшного, блядь. Они там втроём сюда, блядь, у нас на это. Да ладно, нихуя себе. Он бежит сзади. Я чел. А ты на него. Ебал? Чё за ля-ля-ля, идёт, ля-ля-ля, блядь. Да, он, блядь, там идёт этот... Здесь мне не терпится узнать причину бана, даже ошибочного бана. Охуеть, 40 FPS. Чё, куда, блядь, парни? Ну если 40, то можно, в принципе, суперстор. Я готов так уебаться вообще. Ах,
Диспетчер. Чё диспетчер? Чё он сообщает? Я диспетчер. Сообщаю, что... Да иди нахуй с уведомлениями. Я, блядь, заебись, заебись диспетчер. Открываешь, блядь, диспетчер, оттуда Саня. Да иди нахуй просто. Там, блядь. И закрывается нахуй. Охуеть, 50 FPS. Не, я Alt F4 нажал просто. По поводу бана мне написали, что это ошибочный бан, но надо им там что-то еще проверить и разбанить. У меня, передо мной, за стеной. Двое. Балабых. Ну ты, блядь, что, падла, ёбаная, сука. Ну, одна. На, блядь, второго туда же. Второго туда же. Даю точку. Обоих выебал. Да вы ёбал. Машина, машина где подойдёт. Выебал. Зарываем он, нахуй. Хорошо. Не добивайте, не добивайте, не добивайте, пожалуйста. Спасибо. Мягко. Ой, там еще и рисует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Макнул. Даил. Не-не. Боря. Блядь, не Боря, не хочу с ним подлетать. А у меня тут два чел. Помогай, помогай. Да, ну, блядь, я ебал, ну что вы делаете? А, я поставлю пока на скачку пиздатую супер топ игру. Но PUBG ведь умерла. Не, другую суперпизатую игру. Куда мы падаем? Ну, у меня нужен вопрос, это, так сказать, мнение эксперта. Сколько должно быть на квадратном толстом хлебушке кусочков колбаски? Какой именно колбаски? Ну, допустим, брауншвейская, знаешь такую? Ты мне конкретно скажи, либо докторская, либо салями, блядь. Салями. Салями. Значит, получается, оптимизируем. Оптимизируем, значит, 12,5. Понял. Это с учетом того, что будет еще что-то помимо салями. 12,5, да это же палка колбасы, ебаный в рот. Ну да. Ну, получается, да. Так ты берешь просто, вообще можешь, блядь, просто берешь тост, обматываешь палкой, блядь, палку, блядь, и хаваешь. Ебать вкусно, пиздец. Чё? Да можно даже не обматывать, просто вот, кусать тост, а потом кусать палку, блядь. Нахуй, ну либо работа. Так, реально, нахуй вообще... натуре, блядь, запариться, блядь. Заморачивался. Есть еще вариант, короче. Говорят, что можно, короче, палку вдоль надрезать, а туда хлеб сунуть, блядь. Нихуя, не, ну это вообще гемини какой-то предложил. Это какой-то ультрагемини уже. Подойди сзади. Свой длинный ствол ему пихну. Охуенно. В этой игре же приклад не регает просто. Просто похоже, да. Блять, ничего не буду говорить. Не надо ничего говорить. Не буду, вот и не буду, блять. Ой, не надо. Вот и не буду, нахуй. Мог бы с вами и в Ренман поиграть, между прочим. Ага. Просто за компанию хотя бы. Да, да. Че еще? Всего, больше ничего. Обнаружена новая цель. Просто... Я, кстати, не думал а, недавно нет, просто да. Не поиграть вторую. Ну и вон нахуй. Ебать ты рулишь, нахуй. Опа, вот ебать тебе. Ебать ты рулевой, блядь, сайонара, нахуй. Пух. Ой, бать, пикает, нахуй. В соседнем подъезде, если еще непонятный сучок. Контролирую крышу соседнего подъезда. Профессиональный контроль, значит. Опа, сишечка какая, слушай. Опа, еще сишечка. Вах, какой невероятно сильный герой мужчина, блядь. Интересно, какой у него был КД, блядь? 6! А, 6! По-моему, 7 и 1. Да не, он чисто шестерка, я видел. По его глазам там, бля, 6. Бля, я смотрю, Боря-то, блядь, с народами общался. Ай, блядь, ты кто, сука, падла? Нокнул его нахуй! Не, зачем за рулем? Мне еще две бабошечка. Как ведь баленький попадать, блядь? Ну, все, научился. Просто нахуй. Слушай, вах, какой, блядь, победитель, чемпион. Как реально попадать, блядь, я считаю, вообще не могу. Все, надо сконцентрироваться, чат, надо просто, блядь, смотрите. Все, нормально сел, фуреку собрал. Сконцентрировался. Хоба! Блядь, в смысле? Хоба! Все, красиво. Все, тут дело, бля, в осанке, в позе, бля, в позиции, нахуй, бля. Ля-ля-ля, воитель проснулся, нахуй. На, нахуй. Как же доебался до этого чела, ебаный.
бой. Да разбей ему ебло, там лох со снайпой, блядь, вообще тупой. Ну, ладно. Мам, ну конечно я лав маму, ну что за вопрос-то детский? Чё, ты маму мав? Да. Ты папу мав? Да. Премьер лига, блядь. Ну, сука, ты-то вообще кто, блядь? У меня ещё здесь, блядь. Выебал. Ну ты там маму мав, блядь. Бля, я не в курсе ваших этих трендов малолетних. Какие, в смысле, блядь, малолетних? Ты чё, нахуй, блядь? Пиздец, это тренд ТикТока, блядь. Ты ж... ТикТока, блядь. Нет, так шли вроде не тиктокерская хуйня. Горе с ним кота. Да пошли, блядь, пошли, ёбаны. Я всех ебал, Борюндель, Бандюэль, Бориславль, Борисполь, блядь. Просто, блядь, они все никто, я кто, блядь. А когда со мной Борис, блядь. Борис. Тупо Борис, блядь. Блядь, вот мне с вами просто заебись сидеть. Вы можете нахуй мне вообще резать. Я сижу и кайфую, заламываю, смотрю, как он ебашит. Как охуендуло, блядь. Я отработал все сегодня, мне можно просто отдыхать. Заебись, блядь. Ты, блядь, говно и нахуй. Помог. А вот... Баба. Резни, пожалуйста. А то вот фишка с крыши кидает. Нокнул одного на крыше. Нокнул еще одного. А нахуй, я не пойду наверх, парни. Там зона. Я не пойду, блядь. Сука, говно пикает, говяное, блядь. Сочты, блядь. Хуета розовая, блядь. Ебалось, там проломим вот так этому, блядь. Асиса, блядь! Я ресую. Жень, контроль. Контроль, блядь. Я Бурика Юрича ресую, нахуй. Промазываю только постоянно, блядь. Зато в летящего квикскопнуть, это, блядь. Они прыгнули налево прыгают. Окнул одного. Помогаю. Великолепно, потрясающе, шикарно, восхитительно. Я хочу залутать это все, мне похуй. Выебал, сука. Лутаю, сука. Хорош. Сука, лутаю, сука, этих, сук. У этих сучек много, сук. Они оба в самолете сидят, обнимаются, тупо тимятся, я уверен. Блять, ну это пиздец, конечно. Я угадал, что такие. В самолетах, блять, за креслами друг напротив друга, блять. Может, завтра мозги поебем малолеткам в GTA? Я тебя возьму. По тридцатке каждому, чат. Они ебут мозги малолеткам в GTA, блять. Не накидывал на них браслеты, блять. Токеров ебаных. Вот ты говоришь, тиктокеры ебаны, а я ими, блять, повелеваю там нахуй. Повелеватель тиктока, блять. Я охуенный ник, ботовый пиздец. Ебать охуенный ник вообще. И у меня есть Fall Guys, блядь. Да, Боря, Fall Guys не будет ставить. А, блядь, лох старый. В смысле, Боря, ну качаю Fall Guys, нормально. Не заводит. Блядь. В смысле, не заводит. Тебя только девушки должны заводить. Ну и, может быть, парни некоторые. Но Fall Guys не заводит. Борь, 500 рублей игра стоит. Просто побегай, попрыгай, блядь, повъебывайся и нормально будет. Согласен. Мне просто не нравится концепт. Так вот там нет никакого, блядь, концепта. Это, блядь, чисто хуета, блядь. Концепт, блядь. А вы кто нахуй? Да, ебать, и такое бывает. Попал. Он прыгнул вниз. Понял. И друг его тоже. Чё-то, блядь, не срослось, нахуй. Под пожаркой чел, снайпер. Нокнул. Даю точку. Нокнул снова. У меня чел снизу, под дерём. Выбал. 2 в 2 остались. Вот второй. Дал ему. Тряхнул одного. Хорош. А у меня патроны кончились на эрке. Пульки да, могу дать. Кинул. Я пошел в лицо ему. Я пуль кинул, алло. Может, кому пригодится, довели дело до конца. Этого убили? Отлично. А в смысле, второй от зоны умер, блять?
Ну, получается, что так. Охуеть гений, блядь. Борь, пальтель, сук. Оружия нет. То есть карточка. Черная карта. Будешь счастливый. Что-то меня понесло, блядь. Понесло. Блять, что-то. Почему Ламар с Реком не играет, кто знает. Рек ни с кем не играет, он соло играет, кот. Лол. А, Евгений, у меня серьезный вопрос. А вы на одной дочке собираетесь остановиться или нет? Да, уже остановились. Да? 100%. Как вы думаете, если жена колет троих детей, это нормальный кол или не очень? Наверное, норм. Ну, то есть, я не знаю. Ну, лично вот для меня, вот как для папы, да, я не знаю, вот если бы у меня было несколько детей, я не знаю, как разделять любовь между всеми. Типа, это как-то неправильно, ну, ты же как-то что между ли? Поездкой и колдячкой разделяешь свою любовь? Ну, нахуй ты эту говну и блять, вот нормальный мужской разговор, блядь, был, а ты хуйрбу-то вставил, блядь. А ничего ты не будешь разделять, в смысле? Ну ты же для дочки и жены не разделяешь любовь, потому что это вся твоя семья. Потому что дочка это дочка, а жена это жена, блядь. А когда вот у тебя, например, две дочки, ну ты по-любому будешь одну любить больше, чем другую. Ну по-любому, не может быть такого, что типа, блядь, я их обеих так люблю, шо пиздец. Типа, не может быть такого. Вот, я-то вот про чё, что типа, да. Ну, слушай, не то чтобы важно было, чтобы любовь была разделена равномерно. Это да, не особо-то важно, но больше как-то не хочется, типа. Уф! Ауф! Ебать красиво дал. Уф! Ну, этот изи таргет был, как бы. Коне, вот он, вот он. Я его сбиваю, нахуй. Чё, сука, говно, мне похуй, блядь, давай, нахуй. Наебал, не сбиваю, я его убиваю, блядь. И ну, блин, я его, значит, вот так вот, нахуй. Вот так вот, значит, ебать. Ты что, там много? Так вот, значит, блядь! Да я миссанул все выстрелы, блядь, вообще. И ну, блин, значит, я его... Целюсь, блядь, значит, голову, блядь. Сломал челику армор. Значит, прицелюсь, нахуй, вот так вот, блядь. А он, значит, снайперка, блядь, снайперская, блядь. Он дал ему, въебал, значит, ну, блин. А, стреляй, блядь. А этот с крыш, походу, да, ну, блин. Я вижу его. Пытаюсь дать голову, да, нокнул его, нахуй. На царь крыши. Уф. Уф! 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 Бля, не, пиздец нравится что-то, пиздец. Корячок это, блядь, для меня открытие. Он разбился? Да ёбаное говно говяное, блядь. Гниль гнилая, сука. Я сейчас, блядь, заряжу пульки. И как тебе выстрелю, какашкою, ну, блин. Алло, да, здравствуйте. Не звонить сюда больше, блядь, со своей, блядь, хуйней. Я сказал, блядь, не звонить сюда больше. Тут у нас есть тут чела. Их ебут. Крак? Нокнул. Ебать красиво сейчас сыграли. Чё, говно, долбоё, блядь. Ай-яй-яй, всё, извини, лучший игрок в мире. Нокнул. Левого или? Это, блядь, очень жесткий чел. Резни меня просто. Это, блядь, реально лучший игрок в мире, блядь, брат Рекрента, сестра, блядь, Симпла, я не знаю. Да. Вот здесь все было. Уебал. Я тебя уебал наконец-то, блядь. Под бэкой, Борь, под бэкой. Ну нахуя на. Крякнул чела. Нокнул чела, убил нахуй. Мы русские! Мы русские! А у них жопы узкие! You are a sniper, I'm your cover. Не, я хуёвый снайпер. О, ты кто нахуй?
Приближается. Отмечаю безопасную зону. Ебать. Он у меня в доме, кстати. Охуеть, в натуре? Да. Осторожно. Ебать, слушай, ну давай подождем. Целей больше не осталось. У них не было ни... Нихуя! Нихуя инфа отборе, бля! Александр, коли та игра говно, может быть вы в это говно вернетесь? Не, игра не говно, я ошибся. Ты что, пиздун, а? Пиздун, бля, в натуре. Нет, 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 нет. Не слушай, блядь, этого. Давай дальше регать. Нормально с ним играем. Чё это, блядь, какую-то парашу залупную российскую еще эти, ебать, вы чё, ебанутые? Может, еще в Тарков тогда уебётесь, блядь? Нет, вдвоем, ну, блядь. Ой, нет, Тарков не стоит уебываться, а это, блядь... Это, блядь, игра для суперобъёбков сделана с супер-ультра-объёбками, блядь. Тарков это игра уровня PUBG, блядь, поэтому туда не стоит заходить. Да. Да ладно. Женя, спасибо за игру. Я просто, Борь. Правда, играю 10 часов или 11 уже в это говно. Бедолага, блядь, устал отдыхать, наверное. Устал отдыхать, блядь, понимаю, понимаю. Так, а там, ну тогда все, давайте, парни, пока. Хотел сказать, ливайте нахуй с моего диса, это не мой дис, поэтому ливаю я, блядь. Ливай-ка ты нахуй сам отсюда. Блядь, ну я пошел тогда, получается, хуёв сосать, блядь. До свидания, нахуй. Так, и я знаю, знаете что? Я знаю то, чего не знаете вы. А вы знаете то, чего не знаю я. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.